эфире телеканал «СГДФ-24». Прямо сейчас прямая трансляция из Екатерининского зала. Итак, еще раз, мы рады вам. Мы всегда с большой честью, радостью встречаем наших друзей с Судака. И знаете почему? Потому что я никогда не могу забыть этот теплый прием, который был в Судаке. Он был не теплый, он был жаркий. Мы приехали в такой, ну, будем говорить, не совсем удачный день для выступления на улице. Было 47. Жара стояла страшная. Жители, которые пришли на концерт, принесли простыни свои, чтобы закрыть детей от этого палящего солнца. И как только заиграли первые аккорды музыки для ансамбля танца «Улыбка», появились тучи. Небо закрылось тучками. Мы станцевали, и после этого снова было солнце. Я думаю, вот это, наверное, вот та забота о нас была, которую мы увидели в Судаке. А мы хотим, чтобы вам у нас было тепло и хорошо, так как было нам у вас. Но у вас есть один плюс, у вас есть море. А у нас есть ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии. Художественный руководитель ансамбля и главный балетмейстер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Журавлева. Это один из шести коллективов детской филармонии. Сегодня в детской филармонии занимается 1420 детей. Про коллективы я немножко расскажу. Итак, ансамбль танца «Улыбка». Ha ha ha!
кадрильная пляска «Семёра» из репертуара Уральского русского народного хора. Танца «Улыбка». В 2016 году у нас появился один из самых молодых наших коллективов – театр мюзикла. И у нас сегодня уже много в репертуаре постановок, но, наверное, самая любимая постановка – это «Дубровский», что нас, кстати, объединяет с вами.
Но у нас еще для вас сюрприз сегодня будет, пока я просто ничего не рассказываю. Итак, мы сейчас увидим с вами сцену из спектакля в исполнении Зульфии Гареевой, Валерии Розенблит и ансамбля танца «Улыбка» из мюзикла «Дубровский». Аринушка, няня моя любимая, скажи, каков человек Владимир Дубровский? Ой, а вы, Мария Кирилловна, неужто и не помните его вовсе? Совсем не помню. Ой, с собой ладен, пригож. Ой, одно слово Андрей Гаврилович, сынок. Отец в нем души не чаял, один растил, как и вас, Кирилл Петрович. Расскажи мне, Аринушка, была ли ты влюблена? Ой, да я ваши годы ничего и не слыхала про любовь. 16 мне еще не было, так уж сосватали меня, да и к алтарю отвели. Но это же неправильно, несправедливо. Ну, посему выходит, что судьба моя была такая. А что за песни пели тогда девушки, что под венец шли? Известно какие. Чуток поплачут, а потом, да где наша-то не пропадала? А вот хоть эту взять! А сейчас, ребята, вы увидите новый танец. Я его сама смотрю первый раз, потому что постановку сделали несколько недель назад. Постановка народного артиста России Геннадия Минха «Танец с платками». Thank you.
Вот состоялась премьера. А сейчас я хочу вас познакомить с одним из наших любимых танцев, с любимой хореографической композицией. Вообще, мы нас очень долгие годы связывает дружба с Сергеем Смирновым, лауреатом «Золотой маски», руководителем «Эксцентрик балет» Сергея Смирнова. И сейчас его постановка «Маэстро». Ансамбль «Улыбка», молодежная группа. И еще одна сцена из мюзикла «Дубровский» «Соловьи и вороны» в исполнении Сергея Боднева, Ксении Сосновских и балета театра мюзикла или ансамбля танца «Улыбка». Как повернулась! Барин-то наш с дочкой Кирилл Петровича шашни крутить затеял. Голован, может, теперь через это и нам послабление выйдет. Эх, Архип, как был ты лопухом, так и остался. Да где ж такое видано, что под господских радостей простым людям прибыток был? Коли склеится у них да слюбится, конец нашей шайке. Так значит, надо бы на симпатию эту расстроить. Влюбленные ни наговоров, ни советов чужих не слышат. Держи ухо востро, а случай верный представится. Худое ты замыслила, Егоровна. Жизнь наша такая, кому-то быть соловьем, а кому-то вороном. Разлетелись вороны,
на четыре стороны. Наклевались досыта, клюв напрялись. Соловей же ласковый, в клетке песни сладкие, пел забот не ведая, и глядел все ввысь. Раздает судьба не всем нам поровну, и никто не виноват и в том, что рожден я черным, черным бородам, а не сладко звучным соловьем. Голосом обиженный, но всех лучше вижу я. Клюв и когти острые мне даны взамен. Пусть поет соломушка, мне по вкусу кровушка. Наша воля вольная, а не в клетке плен. Раздает судьба не всем нам поровну, и никто не виноват и в том, что рожден я черным, черным бородам. Будет еще. И на сцене вновь ансамбль танца «Улыбка». Me.
Ребята, мы с вами не прощаемся. Ансамбль «Улыбка», спускаемся все в зал. Сейчас сюрприз будет для вас. Вниз спускаемся по ступенчикам. Еще! Спускаемся. И... внимание на экран. Я живу в государстве великом, на овеянной славой земле. Я живу в государстве российском, правовой и могучей стране. Где флаг России и Крыма стоят рядом отныне. Флаг России и Крыма говорят о весне. Белые банды.
одной дорогой. Надеемся, что это сотрудничество продлится как можно дольше. Екатеринбург, сюда мы вместе! А сюрпризы от Судака не заканчиваются, а продолжаются. И на сцену мы приглашаем Александра Мырова. Он поет о родине. Церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет пяти, счастье мое летит, и радость моя поет. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Душное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Спасибо, Саша. А сейчас эстафета сюрпризов переходит снова в Екатеринбург, в Свердловскую область. И я передаю микрофон заместителю губернатора Свердловской области Павлу Владимировичу Крекову. Он у нас главный по сюрпризам. После вас, Людмила Георгиевна.
Но я хочу напомнить, что мы все-таки находимся в филармонии, хоть и в детской, хотя это достаточно условное понятие, потому что на самом деле на этой сцене происходят музыкальные события, которые интересны людям молодым, растущим, и не всегда тем, кому 4, 5 лет, 7, 8, 9, 11. Потому что последние проекты, в том числе мюзикл «Дубровский», это как раз то самое, что интересно так называемому поколению тинейджеров. И мы считаем, что очень хорошо в прошлом году многие ребята, приехавшие из «Судака», собственно, вся группа, которая приехала из «Судака», она посмотрела этот мюзикл. Мюзикл этот очень зрелищный, интересный, как мне кажется, такой задорный, позитивный. Помимо всего прочего, имеет отношение к Александру Сергеевичу Пушкину, что тоже немаловажно. Это просто интересно, здорово и очень приятно смотреть. И мы рады тому, что в том числе вот через этот проект детская филармония, Свердловская государственная детская филармония установила очень прочный творческий контакт с, наверное, на сегодняшний день одним из самых известных российских композиторов-песенников. Правда, для меня вот как-то позже он стал композитором-песенником, а в начале тогда, когда, как, наверное, и многие молодые люди, я страстно увлекался прослушиванием рок-музыки, и тогда, когда появилась группа «Динамик», Владимир Кузьмин, и я так покупал пластинки и смотрел, ага, вот музыка такого-то товарища. А потом прошли времена, и довелось с этим товарищем хорошо лично познакомиться. Я очень рад тому обстоятельству, что вот мюзикл Кима Брейдбурга «Дубровский» идет на сцене детской филармонии. А Ким Брейдбург – это действительно, наверное, один из самых крупных песенников в нашей стране сегодня, композиторов-песенников. И его песни украшают репертуары всех, без исключения звезд нашей эстрады. И Филиппа Киркорова, и Ларисы Долиной, и Леонтьева, и вообще всех по алфавиту, если пройти, везде-везде можно безошибочно найти Кима Брейдбурга. Это такая вот знаковая очень величина, помимо прочего, непосредственно связанная и с когда-то очень популярным конкурсом «Народный артист». Можно вспомнить «Славянский базар», кстати говоря, к которому Ким Александрович имеет непосредственное отношение. Он в Москве, ну и не только в Москве, во многих разных местах, но так получилось, что вот величина не так далеко от нас. Поэтому в связи с тем, что сегодня в детской филармонии идет кастинг и готовится следующий большой проект «Парижские тайны». Вот, наверное, кто постарше помнит фильм, был французский Андре Юнебеля с Жаном Маре. Но вообще-то есть довольно интересный роман. Я только недавно его стал читать, кстати говоря, обнаружил, что интересный французский авантюрный роман. И вот этот проект готовится, и снова музыка Кима Брейдбурга. Я с большим удовольствием хочу представить вам Кима Александровича Брейдбурга. Ким Александрович. Кстати говоря, тогда, когда в Крыму было трудно и темно, и тогда, когда было отключение электричества, Симферопольский театр ставил мюзикл Кима Брейдбурга «Дубровский» практически в авральных, аварийных условиях, в том числе с использованием генераторов электроэнергии. Тем не менее, все получилось. Спектакль Кима Брейдбурга идет сегодня в Симферополе. Поэтому, Ким Александрович, если вы скажете два слова, я думаю, народ будет внимать, будет рад. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, ну, замечательно, что вы приехали. Это хорошо, что у вас есть возможность вообще приезжать, да, смотреть какие-то новые для себя места, знакомиться со своими сверстниками, знакомиться с их творчеством. А вот филармония, в которой вы находитесь, она уникальное вообще в России место, потому что здесь сосредоточены таланты, и певцы, и танцовщики, и замечательные коллективы существуют. Я очень рад вас здесь приветствовать. Я думаю, что, ну, чем долго говорить, я лучше пойду к роялю, и, да, ребята споют одну из моих песен, которую, я думаю, что вы слышали, вероятно, называется она «Петербург-Ленинград». Солисты театра мюзикла Сергей Боднев, Ксения Сосновских. «Ленинград-Петербург». Давно на
наши медные трубы осень желтая шлет. Письма с той стороны, где друг друга еще мы немножечко любим. Но вчерашние сны никому не нужны, ни друг другу никто, и от этого легче. Не болит, не щемит, не срывает мосты. У меня свой рассвет, ты встречаешь свой вечер. И сейчас мы стоим у последней черты. Я не буду целовать холодных рук. В этой осени никто не виноват, не виноват. Я уехал в Петербург. А приехал в Ленинград. Телефон перестал отзываться на голос. Если пуля летит, то ее не вернешь. И в холодной воде тонет красное солнце. И нетрудно молчать, и не кутаться в ложь. Мы друг другу никто, наш роман пересказан. Не читаем и шлем письма издалека. И у нас на двоих будет прошлое разным. А теперь улыбнись и скажи мне пока. Я не буду целовать холодных рук. Холодных рук. В этой осени никто не виноват. Не виноват. Не виноват. Ты уехал в Петербург. В Петербург. А приехал в Ленинград. Ксюша, Сережа, Ким Александрович. Я вам, ребята, ведь уже говорила, да, в самом начале, что у нас идет прямой эфир с трансляцией на Судак. Поэтому сейчас у нас есть замечательная возможность. Во-первых, я хочу вначале пригласить на сцену министра культуры Светлану Николаевну. А потом мы все вместе поднимемся на сцену и помашем Судаку и сделаем общее фото. Спасибо, спасибо. Дорогие ребята, позвольте вас поприветствовать и следом за детской филармонией сказать: мы рады вам. И к моим словам присоединяются все образовательные организации, все лицеи и школы, которые вы посетили в нашем городе, все учреждения культуры, в которых вы побывали, все горожане, потому что Судак и Екатеринбург, мы вместе, друзья, с вами. И я хочу поблагодарить Кима Александровича, который в эти дни сегодня, и у вас есть возможность увидеть живую легенду российской советской эстрады, увидеть, как с сегодняшними молодыми
нашими солистами театра мюзикла детской филармонии звучат написанные давно шедевры музыкальные. Спасибо вам за это огромное. Я хочу поблагодарить замечательный театр мюзикла, ансамбль танца «Улыбка», который сегодня специально для вас в этом зале представил свою концертную программу. Поблагодарить вас, ребята, из ансамбля «Улыбки» и сказать, насколько вы убедительны, насколько вы талантливы, насколько вы яркие и в классических постановках, и в народных, и contemporary dance. Все вам удается. Пускай так дальше будет получаться у вас. Ну а прежде чем мы все будем передавать привет Судаку, мне хотелось бы поблагодарить Эмерсалиса Таровича, главу города Судака, доброго ангела вашего, который сегодня делает много для того, чтобы поездки в Екатеринбург случились. А со стороны Свердловской области таким ангелом у нас является Павел Владимирович Креков, который тоже очень много делает для того, чтобы вам в городе Екатеринбурге было комфортно, тепло и уютно. И вот, мне кажется, дружба, тепло ваших сердец сделают все для того, чтобы этот мир стал лучше, этот мир стал счастливее и радостнее. Спасибо, что приехали, и ждем вас всегда в Екатеринбурге, в Свердловской области. Спасибо, Светлана Николаевна. И, Светлана Николаевна, если вы заметили, мы сегодня показали только чуть-чуть от детской филармонии. И не случайно. Я хочу попросить у вас разрешения ровно через год. Павел Владимирович, к вам тоже обращаюсь. 24 марта у детской филармонии день рождения. Нам 40 лет. И мы очень хотим видеть почетными гостями делегацию Судака. Пожалуйста. Спасибо. А теперь на сцену. Все на сцену. Поднимаемся. Мастер-класс. Вас взяли, это 100%.